В настоящий момент в Дмитровском районе активно реализуется проект губернатора Московской области по ремонту подъездов. Министерством ЖКХ Московской области определено нормативное количество подъездов, требующих ремонта. Это 25% от общего количества подъездов. Распределены субсидии из бюджета Московской области и бюджета Дмитровского муниципального района. Стоит отметить, что программа эта рассчитана до 2021 года. В 2017 году на территории Дмитровского района под ремонт попадают 796 подъездов. В том числе в самом городе будет отремонтировано 417 подъездов. В первую очередь в программу попадают те дома, которые требуют срочного ремонта. Отбор подъездов происходит в первую очередь, отталкиваемся опять же от текущего ремонта. График текущего ремонта составляется по осмотрам весенним, осенним осмотрам у нас проводят обслуживающие организации, также проходит полностью весь жилой фонд, осматривают все какие-то элементы, и, грубо говоря, там трубопроводы, подъезды, ремонтов, кровли, все осматривают, и где наиболее худшее состояние, те в первую очередь вставляем в эту программу. Микрорайон Маркова 12А – пример реализации губернаторской программы. Так подъезды будут выглядеть после косметического ремонта. В этом доме работы уже полностью завершены. Жители, конечно, радуют тот факт, что пространство вокруг них становится чище и опрятнее. Татьяна Михайлова рассказала нам, что ремонта в своем подъезде она ждала без малого 47 лет. Довольно, все покрасили красиво. Окна, ну, поменяли, правда, не все, но все равно хорошо. Краска красивая, светлая. Чистый подъезд. Ну, все, я думаю, довольны. Поменяли ящики, наконец, почтовые, которые у нас были старенькие, теперь новые. Приятно заходить в подъезд. А это дом номер 3 в микрорайоне Аверьяново, где ремонтные работы сейчас еще ведутся. Стоит отметить, что косметический ремонт подъезда в первую очередь подразумевает то, что заложено в текущем ремонте. Он не затрагивает никаких конструктивных элементов зданий. Это в первую очередь покраска, замена светильников, замена ящиков почтовых, ну, грубо говоря, для того, чтобы привести, оживить, так сказать, подъезд, в первую очередь. А капитальный ремонт – это совершенно другая организация, фонд капитального ремонта, он сам, грубо говоря, планирует, у них есть своя же информация, от которой они отталкиваются. Мы, конечно, просим, пишем письма, внести изменения, но это не всегда получается. Финансирование проекта осуществляется следующим образом. 40% составляют средства бюджета Московской области, 8% – средства бюджета муниципального образования Дмитровского района, 52,5% – это внебюджетные источники, средства управляющих организаций, и 0,001% – это те средства, которые мы платим за обслуживание общедомового имущества. Узнать, попал ли ваш подъезд в областную программу ремонта, можно на сайте Дмитровской управляющей компании, а также обратившись в свою дома управления. По состоянию на текущий момент план ремонта в подъездах выполнен на 21%.